Никита Быльнов, учащийся 7 класса лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета, занял второе место на Олимпиаде школьников по робототехнике. Он набрал в сумме 2900 баллов. Олимпиада организована для школьников из всех регионов России и проводилась Департаментом образования и науки Москвы при участии Российской академии наук, Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, Московского государственного университета имени Ломоносова, а также Центра педагогического мастерства. Ну, она проводилась в Москве. Там было несколько площадок проведения вообще по всей Москве, штук 5, наверное. Там разные категории, 3 категории, средняя, младшая и старшая. Ну, Олимпиада состояла из 2 туров, практического и теоретического. В теоретическом туре надо было решить, ну, какие-то задачи, а в практическом туре надо было уже, то есть, применить на практике все знания, собрать робота, который будет выполнять какое-то задание. Например, в этом году было задание перетаскивать кубик на определенное расстояние от стенки, 5 кубиков последовательно. Победители и призеры Олимпиады определяются по результату обоих туров очного этапа в соответствии с итоговым рейтингом. Диана Желенкова, Лилия Баталова, Универньюз.